Высокий, смешной француз. Что еще нужно, чтобы нравиться женщинам? Отбоя от слабого пола у него не было никогда. Этому недотепе феноменально везло с женщинами. В юности он был влюблен в Марину Влади, да так и не признался ей в этом. Пластичный и сильный, великолепный танцор, ему прочили балетную карьеру. Он говорил журналистам, что постельная гимнастика – лучший способ сохранить бодрость и физическую силу. Он родился в небольшом французском городке в респектабельной семье крупного текстильного промышленника. Его папаша был игроком и гулякой, промотал свое состояние еще до рождения сына и оставил семью на попечение своего отца, знатного французского аристократа Леопольда де Фе, и навещал сына крайне редко. Детство прошло в закрытых пансионатах. Учиться он не любил и не собирался этим заниматься. Чтобы дедушка де Фе от него отстал, мальчик талантливо изображал дурачка. Учиться ему все-таки пришлось, бакалавром он стал. На надежды аристократических родственников он все равно растоптал. В 16 лет Париж. Драматические курсы. К славе шел медленно, поднимаясь к ней с самого дна профессии, из кабаре, театров, кафе, со сцен мюзик-холлов. Желание стать актером пробудила в нем красавица Марина Влади, в которую он пылко влюбился еще в школьные годы. 84 работы в 67 проектах. Женат был не раз. Танцовщица знаменитого театра Гранд-Опера Даниэль Манацоли покорила сердце комика еще в юности. Она стала его первой женой и матерью двух его сыновей – Кристофа и Оливье. Мальчики обожали своего отца, любовь к которому соперничала в их душе только с любовью к музыке. Оба они стали профессиональными джазовыми музыкантами. Один – саксофонист, другой – контрабасист. К сожалению, этот брак оказался не вечен. После этого жил с актрисой Мюриэль Дюбрюль. Страстный на короткий роман с марокканкой по имени Айша так и не привел к созданию семьи. Она была моложе него на 34 года. До женитьбы на четвертой жене жил на барже. Его новой любовью является модель Сейла Лассерда, которую французский комик нежно называет «моя бразильянка». Несмотря на ощутимую разницу в возрасте в 30 лет, пара гармонично смотрится вместе. Их союз длится уже более 20 лет, держась на взаимной любви и уважении. Пьер окружен любовью своей большой семьи. У него двое сыновей, занимающихся джазом, три внука и три внучки. Вид спорта.
спорта, который он по-настоящему любит – лыжи. До сих пор, как в ранней молодости, ездит на мотоцикле. Любимое блюдо актера – трюфели и непременно белые. 16 августа ему исполнится 85 лет. Он счастливо живет в своем бургундском поместье, присматривает за 20 гектарами виноградников и продает 60 тысяч бутылок отличного вина в год. «У меня дикий аппетит к жизни».